Смотрите под ноги, пацаны, смотрите под ноги. Это наш украинский город. Мирный, спокойный, красивый Мариуполь. Куда выходить? Россия говорит, что пришла его освободить. Куда? Вниз, вниз. А теперь там мертвые мамы. И там убили детей. И если кто-то думал, что это спецоперация, то посмотрите, что они сделали. Мы никогда не простим им Мариуполь. Мы не простим маленьких детей, которые они убили. Мы не простим им Украину.